Всем доброе утро. Сегодня предстоит интересный денек. Готовим аппарат к вылету. Полетим сегодня расстояние где-то километров 20-25 на соседний аэродром. Цель нашего прилета — посмотреть, подготовить, облетать новый летательный аппарат KitFox 7. О впечатлениях расскажу. Ветерок у нас сегодня, порывы до 10 метров в секунду. Ветерок туда у нас попутный, обратно будет встречный. Так что рассчитываем в одну сторону прилет 20 минут, в другую 30-35, в зависимости от ветра. Итак, борт готов к вылету. Вроде лететь недалеко, но решили пробные кружки сделать. Загружаемся, пристегиваемся. Масса там, да. Включена? Но я не отключал. Так, облет завершен. Никаких у нас, так скажем, сюрпризов нам самолет пока не преподносит. Выполняем посадочку, немножко еще прикроем радиаторы. Температура не совсем в рабочем диапазоне. Приземлились. Сейчас отрегулируем по закрывашкам радиаторов и будем созваниваться уже на вылет. Немножко отрегулировали еще по радиаторам. Созвонились. Все, сторона нас встречает. Расчетная дали. Ну что, вылетаем. Пару кружков смотрим на регулировки. Если все в порядке, то встаем на маршрут. Впереди нас ждет 40 километров увлекательного путешествия по небу. Температура вышла на номинал. Порядок. Все, встаем на маршрут. Туман давит буквально на 100 метров. Пойдем низенько. Пойдем где-то от 50 до 100 и выше. Такая дорожка. Становятся тихими
звуки от края до края. Возьми себя в руки, дочь самурай. Итак, мы выполнили посадку. Сейчас рулим, подъезжаем, смотрим самолетик. Блять, как забыли. Конца полосы. Ну да, туда идем. Возьми себя в руки. Дочь самурая, возьми себя в руки. Становятся тихими звуки от края до края. Идет сборка, подготовка самолета. Раскладываются крылья. А там еще и модели летают. Плохо видно моделька. Такой самолетик зелененький. Самолетик собирается. Сейчас будет еще опробование двигателя, настройка финальная. А я, к сожалению, вынужден улетать. Что-то у нас тут не сложилось с руководством аэродрома. Поэтому полетаю в следующий раз на этом. Все, садимся сейчас обратно в спешку. И обратной дорогой. Итак, готовимся к вылету. Все, покидаем аэродром. С места посадки запишу оконцовочку. Так, ну вот мы и добрались. Посадочку заснять не получилось, потому что сам пилотировал в эту сторону. Второй пилот у нас остался там. Вот такая прогулочка сегодня у нас получилась по небу. Общее расстояние порядка 80 километров туда-обратно. Обратно летели полчаса, туда долетели за 20 минут. То есть, ну вот ветер имеет место быть. Там у нас был попутный, обратно со встречным шли. Самолет отлично себя показал, не подвел. Ну, немножко скучновато, конечно, лететь на спешке, там 100-110 км в час. Вот. Ну, на такие короткие расстояния достаточно приемлемо. А на этом у меня все. Пока.